Шкафчик. Шкафчик. Воспет многими поэтами, прежде всего самой Мариной Цветаевой. В моей руке всего лишь горстка пыли, мои стихи. Я вижу на ветру, ты ищешь дом, где родилась я, или в котором я умру. Дом, в котором она родилась в Москве в 22-м году, был разобран на дрова. А дом, из которого она шагнула вечность перед вами, этот дом, воспетый нашими современниками, например, Евгением Евтушенко. Помнишь Геранева Елабуга, ту городскую, что вечность назад долго курила? Курила, как плакала твой разъедающий самосад. Бога просила молитвенно, ранено, чтобы ей дали белье постирать. Вы мне позвольте, Марина Ивановна, там, где вы жили, чуть-чуть постоять. И молодцы, что не порушили. Да-да-да. Надо дать должное. Да, вот церковь, например, да. Могли бы, да, и разрушить. Да, Господи, взорвать три раза. В Москве сколько разрушили? Ох, как интересно, женщины за рулем двойки и струны конституционные ели. О! И еще монтируют. Возможно.